Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами... А, ты так... С вами Вредный Енот, мы продолжаем играть в игрушки Чужой Изоляция. И вот это топает как лошадь, это, оказывается, Рипли. Прям лошадь-лошадь. Так, подожди, а что мне нужно было сделать-то, я забыл. Вот эту открыть, да, ну, наверное, вот тут. Нас отправили серверную, типа, что там сделать. Только утилиты. Во, управление дверью, точно. Мы это просто уже читали, насколько я помню. У Рикардо все почти готово. Закройте все двери. А тут открыто, слушай. Потом склад, зону техобслуживания. А, подожди-ка, а мы тут были? Это мне... Нет. А, архив Севастополя, да, мы там были. Все, пойдем. Так, перекрыть вход на лестницу. Я правильно понимаю, что да, нам туда. Ну, пойдем не спеша, у нас есть огнемет, мы крутые перцы. Здрасте, а это вы тут, это откуда? Кто-то готов помочь, иди отсюда, помоги себе сам. Она капец так шумит, блин, я не знаю просто. Да-да, на ровном месте шумит, как его тут не спалить? Тут даже я бы не спалил, ну-ка пойдем. Что-то мне кажется, дроид тут как бы так для мебели сейчас. Вышел и будет стоять. Пожалуйста, нам. А меня тут много чего не устраивает. Давай я пойду отсюда. Я пойду туда, а ты стой тут. Мне кажется, это хорошее такое-то. Ух ты, ёб твою, заново. Куда, давай сюда. Посидим. Так, это, наверное, драться, да, будет? А, это труп. Это пофигу. Давай сюда. Я же не думал, я думал, все, там встал и все, и там до утра будет стоять. Так, нам куда? А мы где? Чё? Возьми хлам. Нам, видимо, наверх. Он где-то тут. А это где-то тут. Подожди, а где он? А где этот лысый? Давай возьмем. Обнови, говорю. Вот. О, гитара, ничего себе, нормально, хорош. Это хорошо. Если есть гитара, это уже хорошо. Правда, не дам случай, тут лучше сейчас пока не бринкать вообще. Оп. 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 И? Это внизу. Нет, это я, короче, не понимаю, как она работает, верхний. А где он? Базарит где-то. Давай сюда. Там где-то кто-то шумит, тарахтит, блин. Топает, в смысле? О, ботинок. Нормально. Это, кстати, было бы неплохо ими кидаться. Может, конечно, в голову было бы, но чужой бы обиделся. А вот как внимание отвлечь, очень даже ничего, мне кажется. Так, вот мы где? Я карту же открыл. Че это? А, погоди-ка, стой, давай-ка сюда. Так, этажом выше, только покажи мне. А, подожди, приблизить. Другой этаж, R. Замечательно. Супер. Че это? Сенсор не нужен. Где этот лысый бегает? Вот там дверь вижу. Карта, карта, карта. Спокойно. Так, это открывается, нет? Нет. Так, хорошо. А лысый-то где? А я где? Понятно. С нихрена непонятно. А мне куда, подожди тогда? Смотри, он там. Там конец лестницы. А что там есть? Что-то у меня нос так чешется, блин. У меня насморк заколебал, честно. А там ни черт... А там проход есть. Подожди, давай туда сходим. А я это могу открыть, нет? Там, смотри, там вроде как резать что-то надо. Ой. Хорошо, усиливай. Только давай не про меня. Я, конечно, понимаю, что он с белыми глазками, но мне кажется, я сейчас все злые. Ушел, да? Сейчас он вниз должен уйти.
смысле? А! Он наверх ходит. То есть это за ним прям. Ладно, давай, короче, это. Он уйдет наверх, мы пойдем куда подальше. Мне так нравится, что у них заторможенная такая, это, видимо, камера, сенсор вот этот. Мы когда делаем вот так, оба, он не успевает нас увидеть. У меня такое ощущение, что знаешь что? Нам все-таки туда надо. Только не все понимаю как. Ладно, я пока сюда сходим, а там разберемся. Ой, блин, тут все раскидано. Мне сюда точно надо? А мне сюда не надо? Ну ладно, а что такое? Дверь с ходом. А, всем жителям лайк. Надеюсь, это не он мне вот так толкал. Пш-пш. А, мы не можем стоять. Вах, ту круглую, почему цель обновилась. Но у нас есть дозорный добровольцы, система безопасности технобашни. И этого хватит, чтобы обезопасить все подходы. Начиная с этого момента, мы не будем открывать двери ни для кого. И по всем вопросам по добыче припасов буду заниматься я, Томпсон. Подожди, лагерь. Не знаю, сколько тут протяну, народу битком, кругом грязище, мусор начинает гнить. И у меня нет уверенности, что тут безопасно. На той неделе Картер и Томпсон добыли где-то пушки. Люди начинают раскрываться с самой неожиданной стороны. Может, та женщина Уинтер все-таки была права? Наверное. Ничего полезного. А, вон дверь какая-то. Так. Ой, надо слушать. Шо это для тех, кто мог уцелеть? Я не знаю, кто спасся, Fire. А кто погиб. Тут лежат трупы, но это не все. Ну, не знаю, пойдем пока сюда. Тут пока открыто, значит, пойдем сюда. О, что это? Двери мы закрыли, а вентиляционные... О, блокировка! Не-не, подожди, какая блокировка? А я как туда зайду потом? Перерезали копку в курятнике. А чё такая музыка гнетущая? Залазь под стол, говорю! Лошадь! Не хочет, ты прикинь? Ой, чё это? И тут чё-то выход какой-то. А мне кажется, надо было нажать блокировку, а тут отсюда он... Ладно, давай посмотрим. Я ничего не понял, но давай посмотрим. Где вот это? А-а-а, я забыл, как это работает, вот это. А-а-а, вот это нормально. Чё ты пищишь, блин, чужая что-то придёт. Да пищишь ты мне. Так, спокойно, спокойно. Предупреждение. Синклер, сообщение о том, что ты своими людьми грабишь, убиваешь местных, подтвердились. Когда-нибудь тебя убьют, тварь, но черт побери, надеюсь, что раньше она доберется до тебя. А, хорошо. Перемирие. Синклер, я знаю, мы не ладились с тех самых пор, как ты с командой Сиса прибыл на Севастополь. Но сейчас сложилась очень серьезная ситуация. Нам нужно идти объединить усилия. В обмен на твое безоговорочное содействие я готов свернуть расследование твоих незаконных финансовых операций на черном рынке и снять все обвинения с офиса службы безопасности в технобашне, где засели твои громилы. Давай забудем обо всем этом. Начальник службы безопасности Уэйтс. Уэйтс, у тебя людей не хватит, чтобы что-то с ним делать. Камеры выбрать. В смысле открыть камеры? Я не знаю, о чем это. Это от меня? Ой, твою ж мать, а. А, у меня огнемет есть, точно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Какой фаер? Стой! Огнемет! Огнемет, говорю, где мыха? Вот. Фаер достала она, ага. Всем больная, что ли, на голову? Мы фаером перед чужим помажем, он еще поржет так. Пу! Затушит, блин, а потом в тебя еще плюнет. Только тут сдаска, судя по всему. Так, ну давай, не знаю, наверное, тут что-то включить блокировку надо. Я только не все понимаю. Не, подожди, там двери закрыты было. Давай сначала двери то откроем. Разблокирую, наверное, Е.
Или что? Она закрытая просто. А потом посмотрим. Так. Все, а, она разблокируется легко, да? А тебя где? Фойе. А зачем мне фойе? Дается мне сейчас чужой сюда вылезет, как только мы включим блокировку. Я прям вот жопой чую. Ладно, включаем, давай. А, что делать? А. В смысле, а. А. Ну. Так это не А, это Д, это В вообще. Зона техобслуживания закрыта. А, вот! А я ж тебе говорил! Что не просто так это. Заблокируется, прям вот, прям чуял. Так, нам туда, да, надо? Надо отсюда валить, наверное, да? А он тут, рядом. Ой, он вот он. И там, а, ну она закрыта, ладно, была. Ага, давай-ка иди с колбаской нахер. Я сюда. Я так понимаю, нам теперь наверх надо, потому что внизу ничего не было. Полезного абсолютно. Так, а где этот черт? Ну-ка, это открывается, нет? Нет, здесь заперто. А, вот, смотри, он начал вниз ходить после блокировки, точно. Или это он и был, он, по-моему, с самого верха, с самого вниз шел. А мы тут, по-моему, шарились, нет? Как то было время? А, мне бы сейф сюда. Три, сразу. То есть за ногу. Шумит. Ёб твою за ногу, вот тут ж бегает. А ты ни хера себе. А я-то думал, тут безопасно. Я думал, ты единственное место, где тут безопасно можно ползать. Чё-то не поблокило, подожди. Давай быстрей. А, какая... А, хорошо, что там... Нам хана. Всё. Ай, это... Дырочка, да? Да, дырочка в правом боку. А, чёрт. Блин, а так все хорошо это закончилось. О, нифига, у нее уже слаб. В смысле, пальцем. А, нормально последнее. Блин, а что так плохо-то, слышь? Это нихера себе мне пилить-то сейчас. Ух ты. Ой, блин, ну ладно. А там сейвов-то не было. Черт. Это вообще зашибись. Ладно, в принципе, сейчас побыстрее будет, потому что нам читать ничего не надо. Пойдем. Ну да, мы сейчас хотя бы знаем, что делать, а так сейчас черт это выйдет. И мы пойдем наверх сразу. Черт, ты где? О, вот он. Пойдем. Мы так вообще без палива идем? Самое главное, бесшумно. В общем, я попер на самый верх и сейчас париться не буду. Кстати говоря, карта собрана у меня сейчас? Будет интересно. Не, ни хера не собрана. Я думал, может быть, она с этого остается хотя бы. Все, просто идем наверх, там перекрываем, идем на... А, по... О, нифига, он, смотри, что-то быстро в этот раз. Ладно. Пойдем. Короче, мы просто идем туда и все, и не паримся. Перекрываем, идем обратно. А там в чужом, я понял, что делать надо. А что так плохо, что сейвов-то нету, а? Между прочим, это очень плохо. Блин, вот, вот этой лошади можно было бы отменить. Берешь и, грубо говоря, отменяешь сразу. Что вот так вот бросила все, развернулась. Как шандарахнула, блин. Вот этим вот. Она этого не умеет. А вот чужой нарисовался, я понял.
Дошумел. Давай сюда, тут более-менее безопасно. Карту надо бы еще взять, конечно. Сейчас он уйдет куда-нибудь. Чему смеялся я сейчас? Порядку, значит, смеялся. Вот не надо туда, а! Вообще не в тему сейчас туда идет. Ладно, подождем. Вот сейчас вообще не надо, чтобы он там ходил. Я вообще не знаю, чтобы он тут ходил. В принципе, не то что там, вообще нигде. Блин, а что делать-то, а? Секундочку, этаж другой. Бляха-уха! Вот это сейчас вообще подвяна было. Я не думал, что эта скотина шарится в вентиляции, которая как бы на моем уровне. Я думал, это мое... моя зона. Передвижение. Я думаю, так-то можно было, конечно, проползти туда. За ним, но что-то как-то нет. Давай подождем сейчас, он куда-нибудь, может, уйдет. Да ну на! Ёб твою ж... О, это вообще паршивое место. Я только сейчас заметил. Две вентиляции, ешкин крот. И вот тут шумит. Благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то готовый помочь. Да ёб... Чё ты туда идёшь? Давай попробуем. Ага, подожди-ка, может и не факт, что прокатит. Не-не-не, мне так не нравится, он сейчас обратно пойдет. Так, не надо. А, нет, туда пошел. Мне кажется, можно пробовать за ним пройти. Аккуратно вот так, дверка. Прошмыгнуть, как мышечка. Как мышка незаметно, неприметно, тихоря. И? Легче мне не стало вообще ни разу. Сейва-то нет нихера. О, музыка нагнетается. А, давай, короче, я читать не буду. Ой, 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 ой. Я не буду тут читать. Я понимаю, там может что-то полезное, но... Нет, пока. Да не, подожди, надо это... Пароли глянуть, мало ли. Я не буду реально сейчас читать, потому что тут сейчас все это, короче, кипиш. И совершенно не в тему он будет. Нет, ничего нету, все хорошо. А я отметил, если прям сильно интересно, почитай, пожалуйста, на паузе. Так, короче, мы идем без палева. Врубаем эту хрену. Хреновину? Может, подождать стоит? Не, давай не будем ждать. Пока его нету, давай ждать не будем. Так, хорош. Огнемет, не в зубы. Склад я закрыла. Карта. Идем. А что склад закрыл? А мне куда теперь дальше? Где-то шумит, сволочь. А мне, наверное, вниз надо. Откуда я пришел? Вон там что-то это заморгало, смотри, видишь, светится. Точно. Тут это надо закрыть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Чему смеялся я сейчас? У, блин, напряженка-то как, а сейва это давно не было. Плохо. Черт, сейчас истерика начнется, подожди. Это я умею. Да где ты, падла? Будет. Давай. А, это отключить, да? Я, конечно, понимаю, что чужой, как бы, мне сейчас не сильно прям страшен. В том плане, что у меня есть огнемет. Но в такие моменты, когда вот я что-то делаю, я очень уязвим. Она тебя слышит.
Секунду. Тихо. Рипли, с компьютера в приемной можно запустить аварийную блокировку. Он хорошо. Там, за стойкой администратора. Хорошо. Все плохо. Я жить хочу. Нет, я сейф хочу. Жить-то ладно, если будет сейф, не страшно. Я сюда могу? А ты куй педали, а ты чё это? Ты кто? Ты это, Рикардо. Как не дышать, я забыл. Ой, тихо, 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 тихо. Там негр справа был, его съешь. Съешь Рикардо, пожалуйста. Не надо меня есть. Я ничего против негров не имею, но просто его съешь, не меня. Хоть кто там пускай будет. Блин. Подожди, что делать надо? Давай песни подумаем. Я понял, что надо сделать. Мне надо в компьютер залезть. А я там дофига беззащитный буду. Идет. А я хотел вылазить. Давай, давай, сообщай. Ускакала. Вон, сопли текут. Или это не сопли были? Ладно, срать. Тыкаем. Давай быстрее грузись, 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 грузись. Давай, 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 давай. Какой нахер аудиокод? 7789. Так, а я пока это... Что делать надо? А мне это нахера надо? Я получил твой вопрос. Не знаю. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие Рикардо, из них расшифровать. Рикардо, я закрыл приемную серверную. Мне нужны старые бортовые Молодец. Каналы, теперь потихоньку уходить через серверную. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. А это куда? Подожди, а мы куда смотрим? А, это тут за перекрытие. Это ООО. Отправленных одним кораблем перед вылетом Стедуса к земле. Я вот сейчас вообще не уверен, что то, что мы сейчас так сидим, это лучший вариант. Мне кажется, лучше было с огнеметом идти. Так, он ушуганулся хорошо. Меха дерзкий хуя. Там лифт, смотри, может я лифт... А, нет, там кровь, то я не хочу туда. Как скотина, что ж там забыл-то, а? Бля, как стоит. Сейва нет, ничего нет. Отвратительно. Я же его не мог провтыкать, сейф-то. Мало деталей, иди отсюда. Сейчас вообще тут не в тему. Так и будет стоять. Ох, это что, дракнул, да? Вот на сюда. А это он не ударил, я понял. А вон где лазит. А мне куда? Давай туда попробуем, давай. Я сейчас, блин, где-то прыгнет на меня. Ну давай, падла! Ну-ка, шуганулся и убежал. Надо! Сука. Подожди. Аптечка. Я так понимаю, шандарахнет, мне будет больно. Что такое? Бляха-муха, где сейф хоть один?
Я как понимаю, тут лучше не прятаться. О, топливо для огнемета, это хорошо. Она, походу, для этого и придумана тут. То есть тут не надо прятаться, тут надо это, с огнеметом ходить. Он у него вылез. Тут прятаться нельзя. Шприц. Ты чё, сволочь, пастёшь? Вали отсюда, катись колбаской. Ой, как не вовремя огнемёт-то дали. Чёрт. Вон, что-то там сломать можно. Подожди, а мне реально куда? Так мне... Стой! Это, в смысле, это. Сюда. Ты нихера ты прикололась! Найду логиста, убью нахер. Кто эту карту придумывал? Рикардо по-любому. Черт, и он там ходит, вообще не в тему. Давай быстрее, пожалуйста. Отлично. А я куда вообще иду? Нахер мне обратно? Это надо убрать. Брось ее, пожалуйста. Я понял. Там дверь была, это просто чтобы нам ходить было удобней. Да-да-да. Но это ерунда. Сей должен быть тут где-то. А его тут нету. Тут категорически нету. Как нам туда пройти? Ну, я как бы понял, как. Сейчас он обратно пойдет, а мы туда пойдем. Что делать-то? Тут просто андроид мешает еще. Если мы начнем битву с чужим битву, то есть сейчас того, что андроид на нас... Этот кинется. Ай, тихо! Не ори мне по духу! Я сейф нашел! У, блин, хорош. Тихо, быстрее, все нормально. Блин. Ладно, давай мы с тобой на этом пока закончим. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх, оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем пока.